Я решила немножко перекусить. Зашла в суши. Такая тихая, спокойная обстановка. Хочется немножко суши поесть. Даже не суши я взяла, а лапшу. Удон с курицей, с овощами и сыром. Хочу сейчас покушать. Так что... Вот друзьям уже вкусняшку, лапшу удон с овощами и сыром. Очень вкусно. Сходите, попробуйте. Суши, конечно, не во всех могут вкусно приготовить, но вот на Бирюлёво здесь есть суши-шоп, такой вот, там очень вкусно, мне нравится, как приготовили. Салатик такой тоже вкусный, так что заходите. Мне нравится, как приготовили. Не знаю, что я еще суп приготовлю. Всем приятного аппетита. Зашла в парикмахерскую прокрасить свои корни. Посмотрите, корни. Что прям отрастать там очень быстро. Раньше на месяц хватало, сейчас другие друзья, не знаю, полторы недели, все максимум. У меня уже опять корни приросли. Так что вот сейчас зашла в парикмахерскую. Девочка этот краску разводит и будет меня красить. Вот из меня красотка. Красим мои корни. Мне покрасили. Сейчас мы будем смывать свои волосюшки. Цвет вот такой вот у меня получился. Заходите на сайт и читайте. Что у них сейчас получится? Так страшно. Я уже не знаю, под какой цвет краситься. Ну что-то вот получилось у меня. А цвет какой? Не знаю, это я разговариваю. Так что вот. Будем красотульки. Сегодня ужинаем. Спагетти и биточки на скорую руку готов у меня. Ужин уже накрыт. Сок, макароны, овощи и биточки. Вот такую вкусняшку я приготовила на ужин.